OneWin. Побеждай по самым высоким коэффициентам прямо сейчас. Ведь OneWin дает 100% бонус к первому депозиту. Ставь на самые популярные виды спорта и выводи свой выигрыш мгновенно. Регистрируйся и скачивай мобильное приложение, чтобы всегда оставаться в игре. OneWin. Букмекер номер один. Добрый вечер. Футбольный канал НТВ Плюс приглашает вас на большой матч. Большущий, я бы даже так сказал, матч. Состав Ливерпуля на ваших экранах. Подробнее о нем и о составе Арсенала чуть позже. Каких-то сверхсюрпризов тренеры друг другу не подготовили. У Арсенала тоже достаточно много травмированных. Андрей Аршавин сегодня вновь в стартовом составе. Да, и вот 10-й номер еще выложен. Футболист поиграл за два клуба, и за Ливерпуль, и за матч большой, потому что победа Ливерпуля выведет команду Рафаэля Бенитеса, или ничья временно, по дополнительным показателям, если ничья. Но это я к тому, что у Ливерпуля времени было побольше на отдых. Вот Торрес ходит, штрафной удар в дальний угол. Первая возможность открыть счет, и воспользовался Фернандо Торрес, который, правда, конечно, изумительно подработал себе мяч на ход команды Арсена Венгера. Устоял Торрес на ногах и не позволяет Туре помешать ему как следует. Удар! Это Риера. Посмотрим. Сейчас я пока был занят перечислением состава. Еще не оценил расположение игроков Арсенала на поле. Посмотрим. Спустя, соответственно, 11 лет после первой встречи. Кяут делает отличную передачу. Бенайон! Упускает возможность открыть счет Фабианский. Еще одну возможность упускает Ливерпуль для того, чтобы открыть счет. Фабианский, которого Венгер поддержал, назвал этого вратаря одним из талантливейших в европейском футболе. Торрес. Неловкий пас. Тем не менее, атака продолжается. Торрес! Прекрасный удар. В самую девятку летел мяч. Браво, Фабианский. Не на ход, а куда-то в сторону. Подача. Недопонимание. Фабригас. Удар. Не было вне игры. Плеклась ощущением своего игрового преимущества. Здесь первый должен быть на мяче Фабианский. Не допускает ошибку голкипер. Хорош сегодня. Торрес поторопился или нет с ударом? Удар очень был хорош. Опять Фабианский сейчас выручает, потому что удар был неожиданный. Как легко Туре сейчас уступает, а? А покатить мяч Бенаюну. Фатора сыграл, как положено, нападающим. Отобрал мяч. Увидел, что можно бить, и пробил. А это Агер. Может быть, не бил поворотом, а сбрасывал в сторону дальней штанги. Ну вот Аршавин наконец вступает в игру по-настоящему, обыгрывает Арбело, а дальше поскользнулся, упал и... Насри с мячом. Замахивается. Ох, какая передача! Нет положения вне игры! Забивать надо! Аршавин! И, ну не знаю, рука, может быть, и была в офсайде у Фабригаса, но флаг поднят не был. Момента создает одна команда, а забивает другая. Не знаю, там какие взаимоотношения в коллективе Арсенала между футболистами Аршавином. И тут же бросается в атаку. Бенаюн с мячом. Входит в штрафную площадь. Торрес открывается. Бенаюн бьет! Фабианский, браво! Вообще очень много сегодня техничной игры в исполнении обеих команд. Много хорошего футбола внизу. Пас. Поддержка болельщиков — один из главных козырей Ливерпуля на второй тайм. Подача. Бенаюн. Удар поворотом. Я бы выделил Бенаюна в первом тайме у Ливерпуля. Бенаюн сделал паузу. Замечательно. На свободное место заснул Санья. Риера. Прострельная передача. Кто бить будет поворотом? Удар! Что ж, Андрей Аршавин забил на Энфилде и вывел свою команду Арсенал вперед. 1-0. Номер ливерпульский, его на одной трибуне, и арсенальский на другой. Кяут с мячом дважды пасует. Торрес 1-1. Отгиб за отскок. И Торрес 1-1. Не может Арсенал даже из обороны выйти. Кяут опять лезет в штрафную площадь. Наброс на дальнюю! Как же Санья сейчас
Выручил или не выручил? Автогол, 2-1. Давайте смотреть, кто забил. Мяч был в воротах, причем... И Йоси, не испугивай, как еще Турес задел. И Йоси Бенаюна. Фабригас покатил мяч в сторону Аршавина. Тот катится под Рейну. Но иногда и через левый фланг. Хороший пас на ход. Риера, если Торрес не залезет в офсайд, будет опасно очень. Вне игры не было. Торрес был в правильной позиции. Арбело. Аршавин. Отбор мяча. Аршавин подходит штрафной. Бьет. Гол! Асри. Прострел. Аршавин. Хит. Давай хет-трик. Yes! Хет-трик Аршавина. Жест года. А, это Торрес. Торрес. Удар! 3-3! Подъем! Я так еще посмотреть пару недель английский футбол, и можно вообще с просмотром заканчивать. Все время Торреса дают принимать мяч. Но все время! Я, конечно, не вел статистику. Нет возможности одновременно такой матч комментировать и что-то записывать. Идет вперед. Можно играть, Бенднар! Неужели был офсайд? Неужели был офсайд? Ну да, чуть-чуть на пол локти был. С точки зрения борьбы за чемпионство. Торрес! Против него Туре. Торрес не опережает Туре. И здесь еще отскок идиотский совершенно. Где высокорослые ливерпульцы здесь? Алонсо. Подача. Торрес! Мы же не видим, а теперь видим. Аршавин побежал забивать покер. Если он забьет... Ну что, вот так вот. Российский покер на Энфилде. Этот матч еще вспомнит, и он займет достойное место. А он еще не закончился, этот матч. Элзар пробил, Фабьянский отбил, но 4 мяча. А Маскерано сбрасывает Бабел. 4-4. Во все, что есть в футболе, все, что в нем бывает, сегодня было. Уолкот. Офсайд, 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 офсайд. Все. Все в этом матче, но не все в чемпионате. 4-4. Андрей Аршавин забил 4 мяча на Энфилде. И все это мы видели с вами, своими глазами. Экстраординарное событие. Покажите нам, пожалуйста, голы, и... потому что так и даже прощаться как-то не хочется.